Флешка Transcend 80 обрезиненная, влагозащищенная, противоударная. Ну и зачем нам здесь в офисном пространстве такие флешки? Неужели с ними может случиться что-то, чего не выдержит обычная флешка? Упс. Да, видимо, за этим и нужны противоударные флешки. Даже не знаю, с чего начать. Вы вообще догадываетесь, что сейчас будет? Не, вы вообще представляете, что можно делать с этой битой? Трехочковой! Мы тестим устройство, снимаем по ним видео, а еще я делаю им больно. И меня не остановить? Да вас бы на мое место, вы бы уже давно заманались. Забыть флешку под дождем — ситуация маловероятная, но вполне возможная. Но сегодня дождя нет, поэтому мы просто окунем флешку в воду. Так, чаек получился невкусный, но самое время проверить флешку. Внутрь немножко попало воды, и это за 5 минут. За сутки она бы могла вся промокнуть. V70 показала себя очень крепкой штучкой. Она выдержала погружение в воду и удары битой. Но у нас есть негласное правило. В наших краш-тестах никто не выживает. Так, мы все-таки в нее попали. И что же с ней стало? Вы не поверите. Да ничего с ней не стало. Она отпружинила, и пуля куда-то отрикошетила.